Смотрите, здесь это пружина, 600 ватт, лампа, проводов нет, соединяем сюда и подключаем лампочку. Еще раз, один провод, пружина металлическая, нержавеющая, подсоединяем сюда, подсоединяем провод. На накаливающий элемент. Можно наоборот. Блин, горячо уже. Можно так. Не работает. Элемент работает. Берем пружину, соединяем сюда, соединяем сюда, работает. И также элемент, только еще ярче и быстрее. Работает. А, чуть-чуть током бьет. А, все, выключи.